Давай вниз, Боб. Разворачивай. Не, не надо, а то мы сейчас откроем. Нет, только не это! Нас съела какая-то пчела. Всем привет! Вы на канале Funny Games for You. И мы продолжаем играть в приключения улитки Боба 2. Мы продолжаем островную историю. И остановились мы в прошлый раз на 23-м уровне. Давайте посмотрим, что же тут надо делать. Наверное, сначала надо отключить лазера. Вот так. Итак. Посмотрите, какой у нас сегодня смешной костюм. У нас Боба дом. Оп, все, Боб в В домике. домике, да. Причем у него крыша на голове, посмотрите. Какая-то мансарда или какой-то чердак у него на голове. Так, что мы сейчас делаем? Мы мячик скатили вниз. Оп. И отключили огонь. А как же? А, вот так мы сможем теперь... Открыли мы звездочку и открываем проход. Оп. Готово. Давай вниз, Боб. Разворачивай. Не, не надо, а то мы сейчас откроем. Нет, только не это! Нас съела какая-то пчела. Ну, закусала нас очень сильно и очень больно. Давайте, теперь мы знаем, что нам туда нельзя ни в коем случае попадаться. Давайте еще раз закрываем и мячик отправляем в полет. Оп, оп, оп. И вот так. Стой, Боб. Переключаем мы лазеры. И давайте найдем звездочки. Где же звездочки? Одну нашли. И нужна нам еще одна. Где же она спряталась? Где же она есть? Никак мы не найдем. Вот она, в самом углу. Открываем. Открываем себе проход и бежим на выход. Ура! Молодец, Боб! Прошел ты этот уровень, и мы собрали все три звездочки. Что у нас дальше? У нас дальше пират. Наш старый друг пират. Он хочет нам помочь, но мы должны ему открыть проход, я так понимаю. Давайте посмотрим, как нам быть. Вот эту кнопочку надо наверху нажать. Что ж. А как нам туда попасть? Нужен, наверное, нам портал. Может, зря я портал убрала? Ну-ка посмотрим. Да, вот сюда мы попали. Так. Теперь мы нажимаем внизу кнопку красную. Оп. И он нам открыл звездочку. Вот, кстати, еще одна звездочка. И он нам открыл выход. Ну что, побежим к выходу? Давайте по пути найдем звездочки. Вот я нашла пазл. И нам нужна еще одна. Вот она у самого входа была звездочка. Вот как чита спряталась. Хитро спряталась. Но ничего, мы нашли все три звезды и кусочек пазла. Кстати, это последний кусочек пазла, который нам был нужен. Давайте посмотрим, что мы собрали. Вот такая у нас получилась красивая картинка. У нас Боб теперь самый главный в джунглях. И что-то муравей ему говорит. Муравей что-то ему рассказывает, какая смешная у него кость в волосах. Вот такой у нас пазл. Давайте к следующему уровню перейдем. Да. Он нас пять. Нет, пока у нас еще 25-й. Это Босс! босс. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ползи, ползи на безопасный участок, Боб. Вот так. Готово. Вот. Так-так-так. Подвинем. О, мы шамана двигаем, смотри. Баба! Тебе его больше ракета, чем он Так, теперь у нас вот здесь безопасный участок. смешнее остановится. Ой, какой он страшненький. Веселенький. Веселенький, какой-то страшненький.
Бабах! Вот звездочка, кстати. Он теперь веселый. И вот здесь тоже звездочка. Давайте. Ой, Боб, беги, беги, беги! Ай-яй-яй-яй, мы не успели! Босс. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот это он как... Давайте, тогдашка. бежим. Вот сюда, стоять. Берем пока звездочку. Ой-ой-ой. А он у нас туда что-то не двигается. А, вот, попали, ура! Чем его берет накидать, чем он смешнее становится. Ой, такой домик посреди джунглей. Теперь вот сюда мы его двигаем, давайте. Вот так. Домик. Пока возьмем звездочки. Ну что, Боб, куда нам теперь? Вот сюда. Стой. Ждем. И вот он прям сюда кинули ракету нам, прям под него. Давайте. И... Баба, готово. Ну что? Он голый. Он просто побитый весь. Ну что, все, на выход. И у нас остаются только бонусные уровни. Давайте сразу, не теряем времени, перейдем к ним. Ой, смотри. Он звонит дедушке. Звонит дедушке, дедушка обрадовался. Ну что, пойдем, говорит, нормально все, я тебя отведу. Вот, о, мой сыночек. Ой-ой-ой, да, внучочек. Все, пока, сказал он, пока, да, пока. Ну а теперь бонусные уровни. Давайте начнем. Ой, сколько кнопок. Ой, сколько кнопок. И еще кнопки. Ай-яй-яй, мы упали. Давайте вот так развернемся. И вот сюда. Я так понимаю, все надо нажать, да? Давайте возьмем. А никто тут отсюда не вылетит, если мы нажмем какую-нибудь другую кнопку. Нас никто не съест, интересно. Нет. Думаешь? Так, что-то, наверное, зря я сюда, ну ладно. Так, в другую сторону, вот так. Оп. Оп. Ну что, все кнопочки нажаты? Все звездочки мы взяли? На выход? И вот так. На выход! Давайте посмотрим дальше. Что нас дальше ждет? А дальше? Какая-то у нас есть опять пушка. Какая-то лесенка. Может быть, нам надо на нее? Ну-ка. Оп. Ну, давайте. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нажимаем. О, звезда. И теперь, наверное, обратно, что ли? Пробуем, что получилось-то. А, мы открыли кнопочку. Давайте, бабах. Теперь вот так. И нажимаем, открываем другую кнопочку. Теперь можно стрельнуть в эту сторону. Я, кстати, вижу еще одну звезду. Вот она. И опять нам наверх, что ли? Давайте вот так. Прыгаем. Боб, ты куда улетел? Вернись обратно. Вернись обратно, Боб. Так, а где же еще? Вот она, еще одна кнопочка. Готово. Мы все опять собрали звезды. На выход, Боб. Бу-ху! Как радостно, Боб, сегодня у нас все проходит. Все звезды собирает. Молодец. То. Смотрим. Звезда. Кто это? Кто это? Кто это? Наша подружка там. Да. И в травке у нас еще одна кнопка. Звездочка. Ну что, давайте сюда. Я так думаю, вот так как-то нам надо. Опа, стой, стой. Не торопись, Боб. Тебе надо нажать кнопочку. И мы открыли еще одну себе... Такую полочку, чтобы пройти.
Переключаем лазеры. Стой, 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 стой. Вот теперь иди. Нет, не иди. Что ж такое-то, Боб? Запутался ты у меня. Он какой-то непослушный. Непослушный сегодня у нас Боб. Куда ведет, куда не идет. Хотел сказать. 29 уровень. Какие-то у нас вот бабочки прячут от нас они. Звездочки. И вот третья звездочка. Что тут такое? Что это такое? Это какой-то лабиринт. Ой, я боюсь. Тут эти опасные пчелы. Ой. Оп. Давайте не будем торопиться. И вот теперь на выход. Нас никто не покусал. Ура! Ну что, у нас остался последний 30 уровень. Последний бонусный здесь уровень. Давайте пройдем его. Одесса. Давайте, что за птицы, что скрывают? Звездочку? Но только одну, смотри. Где же еще тогда? Вот еще внизу одна звездочка была. Ну что, давайте потихонечку к выходу. Поползем. Наверное, вот теперь меняем. И сюда. Наверх. Нажимаем кнопочку. Теперь мы открыли проход и нашли звездочку, которую не было видно. Я думаю, что можно сделать вот так. Ползи, Боб. Нажимай кнопочку. Мы убрали улей. И он нас теперь не покусает. Давайте подготовим себе дорожку. И на выход. Ну что, прошли мы и этот уровень. А значит, что мы прошли всю островную историю. Ну, на этом тогда все. Мы сегодня прошли островную историю. В следующий раз уже начнем зимнюю историю. Кому понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока-пока!